Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Денис, и мы продолжаем мрачную атмосферу игры The Coma. Да, многие, кстати, могут сказать, что я там озвучивал как-то по-детски, но, ребят, во-первых, я озвучивал по логике, то есть они первоклассники, поэтому получается вот такая вот фигня. Ладно, нам надо по заданию... Так... На первый этаж, поэтому мы туда продвигаемся. Погнали. Так, мне надо возвращаться в класс. Почему я должен верить ей? Оу. Не знаю, чувак, почему. Так, стоп, а по карте мы не там? Нет. Значит, надо еще ниже. Ага. Закрыто. И тут закрыто. Манать, везде закрыто. Что? Чипсы, нифига себе. Записка. Так, стоп, записка где? Так это ты тот дурак, который издевается над моими друзьями? Да, Хён мне все рассказал. А с чего ты взял, что я пойду на свидание с таким дебилом, как ты? Ни за что. Так, подожди, это и все и было? Все? Все, что ли? Так, а вот почему? Запутанная любовь. А, это, наверное, первая часть. Ладно. Что? Чё за... Чё за фигня? Бляха-муха. Ё-моё. Что-то я этой музыке уже не доверяю. Окровавленные шмотки. Подожди, с той стороны, что ли? Так. Окей. Так, тут тоже можно сывануться. Ну да. В принципе. Угу. Простите, чай пью. Так, бутылка воды. Монета. Блять, опять?
Крипово. Крипово, крипово, крипово. И где она? Да. Теперь я смогу попасть в учительскую. Ага. А где учительская? Так, элитные классы. В отличие от других школ. Ага. Понятно. Просто элитные классы. Так, кафетерий. Тогда понятно, походу, что кафетерий. Подожди, с паролем от класса 1А? Из уборщиков? Туалет. Так, подожди. Доступ к классу 1А. Подожди, а мы разве не тут? Или это от туалета? Я что-то не пойму. Не могу понять. Окей. Опа, а ты что тут делаешь? Сёха? Братан, ты тут? Вот, блядь, ты в порядке? Нужно отсюда выбираться. Это место сошло с ума. Эй-эй-эй, вдохни поглубже, бро. Ты бы видел свое лицо. Ах, и почему у меня такое чувство, будто я один тут нормальный? Мисс Сон гналась за мной с ёбаным ножом. Окровавленным ножом. Оу, ты сбрендил? Не надо меня так пугать, братан. Ты же ее любимчик. Зачем ей понадобилось тебя убивать? Да в этом же нет никакого смысла. Знаю, просто поверь мне, я понимаю, что звучит бредово, но это, блядь, правда. Если увидишь ее или кого-то похожего на нее, блядь, беги, ну ладно. А почему ты тут стоишь? Слушай, если сказанное тобой и правда, тогда давай найдем охранников. У них есть ключи от всей школы, включая главное здание. Спорим, что они сразу прибегут, если мы им фигу в камеру сунем. Да, точно. Чувак, дай свой телефон, я позвоню ментам. Блин, спасибо, что напомнил, братан. Я вечно забываю телефон наверху. Подожди, тут, братан, к IB back, короче, как типа Терминатор. Сдурел, что ли? Нужно держаться вместе. Это хреновая пародия на Шварценеггера. Ха-ха. Я так и подумал. Вот, блядь, уже убежал. Он что, и впрямь хочет, чтобы я стоял и ждал тут? Блядь. Козла Мюнгиля. Он что, читает книжки? Хрен его знает, что он там вообще читает. Чего?
Клетка. Так, а что в записке? Мина. Так, не то. Стоп, а что мы нашли? Так, это ты тот дурак, который издевается над моими друзьями. Дахён мне вс... Стоп. Подожди, а что мы нашли? Это мы читали. Да, странно, ладно. Так, я так и не пойму, от чего? Записка с паролем от класса 1А. 1А. Подожди. Ну, 1А же ж вроде этот, а почему? Мы ж там были. Может, мы что-то там пропустили, хотя... Что-то я сомневаюсь, что мы что-то там пропустили. По-моему, она там ходит. Мне не послышалось. Блин. Ну чё, сейчас ждать, что ли? Так, от какого вообще шкафчика? О. Стоп, а мы типа использовали? Да вроде бы нет. Пятьдесят четыре сорок один. Или это там пароль на двери? Ладно, будем считать, что, наверное, пароль. Опять она ходит. Достала ходить.
Жесть. Ходит и ходит. Так, ладно. Да ё-моё, серьёзно? Бесит. А сколько ждать? Thank you.
Так, это мы на каком этаже получается? Ага, еще два класса. Есть кафетерий, туалеты. Туалеты, так. Можно было бы, конечно, проверить туалеты. В принципе. Опять 25. Жесть. Просто жесть. Блин, опять? Блин. Два С. То есть они все закрыты, что ли, получается? Жесть.
4F. Ага, значит, проверить 2F. Туалеты можно, в принципе, валить, наверное, в кафетерий. Ну да, денег у нас по 2000. Да я не это хотел, ну ладно. А, вот, сейф же возле доски. Фу ты, чё я туплю? Так. О, а ты тут расчиталась, да? Я нашел ключ и даже наткнулся на Сёхо. Я пытался, но он просто исчез. Сёхо? Кто это? Чего? А, Сёха мой одноклассник, толстый такой в очках, немного тормознутый. Так твой дружок тоже здесь оказался. Интересно, ты из одного Е, верно? А, да, это мой класс, и в нем мне стал сниться этот кошмар. Замечательно, ты до сих пор считаешь, что все это сон? Почему бы тогда тебе не открыть дверь и не проверить? А, так это... А ты что? То пошли вместе. А ты что, струсил? У меня есть дела поважней. Ой, да ладно, что сегодня со всеми происходит? Что? Записка. Оу. Еще записка. Так, подожди, это напитки, походу, да? Или тут разницы никакой? Так. Так, ладно, я тогда попробую сейчас паузу поставить и закупиться. Сейчас, секундочку. Не прощаемся.